Сделала сметанный замес, взяла голубенький и полностью избавилась от белого, цветом неба. Количество краски, которое ты должна заложить на пол, должно быть таким, чтобы когда ты мастихином захочешь это удавливать вот так, было бы что удавить. То же самое, удавила, лишнее вещество собрала. То есть смотри, что я делал, как комбайн в поле, двигаясь, собирая вещество, и этим же сдавливанием убрал лишнее. Очень актуальная штука. Набрать умное количество вещества для такой вот псевдореалистической живописи. Ну, псевдореализм, потому что это уже это не академизм, это уже такая реализм в разных проявлениях. Количество вещества очень часто мы никак не можем понять, сколько набрать. Вот это в 80% случаев идеальное количество вещества для нашего псевдореализма. Поняла? Глянцево удавливая вещество, заложить даль моря. Глянцево. Можно сразу показать идею, сбрасывая с края мастихина. Но это действие, прежде чем попробовать там, ты сначала попробуешь здесь. Сбрасывать вещество с края мастихина. Согласны, да? Вот так потренировать эту идею. Возьмешь бирюзовенький и заложишь там, где у нас ровно посередине проходит волна, и в ней бирюзит прозрачность. Тоже глянец укладки. К низу потемнее, к верху посветлее, глянец укладки, заложишь, А потом начнешь создавать идею вертикальности волны, вот так поднимая вещество. Да? Появляется эффект вертикального. Здесь у нас пена. Под пену ты сначала красочку истребишь. Потом возьмешь разбел ультрамарина и малыми количествами вещества будешь создавать идею падательного, дымчатого, пенного. Оно? На переднем плане у тебя много светлого, и ты его ступенями загонишь. То есть ступени будут давать эффект ухода. Ну и, конечно же, по макушечке с небольшими развлекушечками. Ладно. Смотри, как я поступаю, да? Я как бы кромки создаю. Кромки? Кромки ступени. Но кое-где и вот так. Где продолжилось вот это? Чего не трогала там? Все сходится. Хорошо. Ну, тенью. Ну, технически очень хорошо. То есть здесь-то у нас тень. А под ней еще большая тень.
часто у женщин есть такое свойство. Ой, люблю все такое светленькое, чтобы было все светленькое, светленькое. Это ж не поэтому ты сделала так светленькое. Значит, еще раз пройдешься вот этой, вот этой вот укладочкой с синькой. А здесь у нас падает вода. Вторая вода. Вот это вот закругление волны. Вот так. Вот так. Ладно? Угу. За закруглением их светлость дальнего плана. Есть там такое, да? Угу. И по мере удаления появляется вот это тоже ступенчатый характер дальних укладок. Причем на удачу. Кладем, месим на удачу. Вот эта темнота немножко и отсюда настроена вырваться. То есть вся эта щель вместе с этим местом дает утемнение. Вот это место даже перемолоть. Смотри, вот так вот перемалывая, навязать тепленький цвет и светлость. И вот это движение. Так, хорошо. Не удивай. Теневая. Падательным эффектом. Вот эта кардиограмма, которая создает падательный эффект. Ладно. Теневая. Здесь темность очень высокая. И от нее, смотри, как бы в плоскость, в лежачую плоскость уходит. Есть такое? Смотри. Как бы в лежачую плоскость. Вот здесь продолжается эта история. Продолжается. И отсечена задним светиком. Есть такое? Mm-hmm. Вот здесь волна пошла по такой траектории. Смотри, как сразу. Траектория сделала ее красивой. Правда ведь? Вот сейчас. Поправдела? Даже на видео поправдела. Даже на видео, да? Да. Вот. И синего цвета, тоже синего, теневого цвета, пенные лохмотья, порванная пена, эти вот лохмотья, заходят в эту плоскость, которая находится в тени. Ладно? Вот здесь для прозрачности, вот
натираю, сталкиваю. Появляется эффект прозрачности. Правда? Угу. Вот этот красненький, синенький, будет цвет облаков. Похож? Серенький. Закрасишь, аж сюда закрасишь и заслонишь вот этими горочками, а здесь выстроишь в линейку, там перемелешь кистью большой, здесь выстроишь, хорошо? Все-таки не стало оно цветом. Домучаешь туда это. Такое ощущение, что ты вот всю дорогу просто так просто делала? Нет, я... Делала что-то, да? Да. Эти вещи можно и по-сухому сделать, когда работа высохнет. Или, если техника позволяет, вот так мастихином, либо вот так кистью. Вот так. Хорошо? Угу. То же самое. За горизонт. Что? Ну, длиннее ее надо делать. Да, можно длиннее. Горочки тоже там.